Привет, друзья! Российская авиация начала активно использовать высокоточные ракеты Х-38 класса воздух-поверхность. Ракеты Х-38 могут использовать вертолеты К-52, истребители 4 и 5 поколения. Чаще всего их применяют самолеты Су-34. Ракета Х-38 разработана российской корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» в 2012 году и предназначена для уничтожения широкого круга целей – от бронетехники до надводных кораблей. Ракеты семейства Х-38 являются модульными. На них могут быть установлены боевые части весом до 250 кг и различные головки самонаведения. Наведение всех модификаций ракет является комбинированным. На маршевом участке ракета управляется инерциальной системой управления, а на конечном участке траектории переходит на самонаведение. По результатам использования, самая эффективная версия – ракета Х-38МЛ. У нее лазерная головка самонаведения. Цель обычно подсвечивается с помощью БПЛА. Ракета может иметь проникающую боевую часть, осколочно-фугасную или кассетную. Модификация ракеты Х-38МК. Дальность полета ракеты Х-38 до 70 км при запуске с высоты 12 000 метров. При пуске из низковысотного кабрирования до 27 км. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.